об отрицательных приметах сообщайте машинисту. Дорогие друзья, метро, и захожу в метро, сидит человек, который играет на гуслях. Я спросил, можно ли его снять, он говорит, да, и он задумался, что бы такое сыграть. У нас сейчас люди живут, они с потухшими глазами. Они устали жить, они не видят перспектив. Ну, многие, многие. Вот сыграйте для людей, которые вот потеряли стимул жизни, чтобы они почувствовали корни за корни. Ну, важно понять, почему потерялся этот свет. Я думаю, что от того, что потерялась связь с истоком, с своими традициями, с родовыми силами, предками, родом, творцом-создателем, природой, матушкой. Поэтому, чтобы вернуть это, то, о чем мы говорим, нужно обратиться к истоку, к Творцу, к Создателю. И восстановить связь, соединение. Милосердный Отец, славы небо исчезные, как несчастный слепец, я хожу без тебя. Ты мой ум просвети, благодатью живой, дай мне радость пути. В пустыне земной ты наш ум просвети, благодатью живой, дай нам радость пути. По пустыне земной Царица небесная, Мать и Всепетая, Владычица неба и земли, услышь меня грешного и недостойного, от скорби болезни меня ты спаси, от скорби болезни ты нас всех спаси. Глаза чистым пламенем в ночи, надежнее в дороге нет свечи. Свечи, свети. Звезда Христа через века не закатилось небо, и нет, и нет. Ярче и не тлени этот цвет любви. Огонь любви объедини сердца идущих в огненный магнит, не разорвать сей мощный монолит. Пламенем в ночи, надежнее в дороге нет свечи. Свечи, свети, свети. Матушка Русь, проснись, от тяжкого сна пробудись, без звонаря мир на бах, век на Руси измрак. Время нам Русь спасать, грех из себя изгонять, верой, надеждой, любовью матушку Русь собирать. Солнце победы взойди, матушку Русь освети, Боже нам помощи дай. Очистить себя и наш край, очистить от скверны сердца, мыслью творить чудеса, матушку Русь спасти, вечность дорогу найти.
Спасибо огромное. А вас как-то в интернете можно найти? Да. У вас есть сайт? Александр Субудин или Гусляр Любослав. И вам можно писать сообщение, вы отвечаете. Это наш сайт и телефон. Да. Это прекрасно, то, что вы делаете. Это вообще у людей... Как тебя звать? Ярослав. Ярослав Лук. Какое имя? Я продвигаю технологии, чтобы у всех у нас были летающие тарелки. У каждого? Да. Лучше телепортировать. Но самое главное, чтобы душа очищалась, просветлялась, чтобы люди, искорки в глазах появились. Да, да. Чтобы вера, любовь, надежда, божественная мудрость. Я через интернет с вами спешусь. Хотелось бы сделать отдельное интервью, если можно вас пригласить в студию. Да, хорошо. И можно будет сделать интервью. Да. Хорошо? Да. Спасибо большое. Удачи, счастливо. С Новым годом. С Новым годом. Да. О, поздравьте наших зрителей с Новым годом. Ну, во-первых, сегодня 25-е, да? То день уменьшался, да? Ночь увеличилась. Сейчас вот буквально 5 дней солнце было на кресте. Солнце вошло в созвездие креста, и день не увеличился, не уменьшался. И была возможность у людей заглянуть себе в душу, подумать о смысле жизни, для чего мы пришли в этот мир. И повысить свой уровень осознанности, понять вообще вот свое предназначение. И с 25-го, вот сегодня, фактически день увеличился на маленький скок. Фактически это народился, вот сегодня народился Новый год. Да, по большому счету. Вот, он будет набирать силу, и вместе с ним каждый человек может набирать силу и свет. Из себя тьму вытеснять, а светом наполняться. Поэтому и плюс ко всему уже известно, общеизвестно, что закончился космическая ночь, закончилась, начинается космический день. То есть это не только народился 2013 год, это народился новый галактический год, потому что закончился 26 тысяч лет цикл, да. И цикл космической ночи – это разделение, это столкновение, это противоборство, это войны, насилие, жестокость. То есть люди познавали, кем мы не являемся на самом деле. И сейчас начинается новая эпоха сотрудничества, радости, любви, света. Поэтому пусть сбудутся наши все светлые и добрые мечты. Здравия и процветания! Спасибо большое!